Абу Наби саллям, هو عبد الله. Отец посланника Аллаха саллаллаху алейхи ва саллям, его имя Абдулла. Ибн Абд аль-Мутталиб. Сын Абд аль-Мутталиба. نعم. Иден аль-аб Абдулла. Значит, отцом его был Абдулла. Вальджад Абд аль-Мутталиб. Дедом Абд аль-Мутталиб. Улид ан-наби саллаллаху алейхи ва саллям ятиман. Пророк алейхи саллату ва саллям родился сиротой. مات أبوه قبل أن يولد. Потому что отец его умер до его рождения. فعندما ولد يتيما عليه الصلاة والسلام. Когда пророк алейхи саляту ва саллям родился сиротой. كان في كفالة جده عبد المطلب. То его опекал его дед عبد المطلب. أمه آمنة. Мать его звали آمنة. نعم. فكان في كفالة جده عبد المطلب. Он находился под опекой своего деда عبد المطلب. أحب النبي عليه الصلاة والسلام حبا شديدا. Его дед очень сильно любил. وكان يفرش له مكان يجلس فيه بجوار الكعبة. يوم استريل для него специально месте возле Кабы и сидел вместе с ним. لا أحد يجلس في مكانه. Никто не мог сесть на его место. إلا النبي صلى الله عليه وسلم. Кроме пророка عليه الصلاة والسلام. وكان الناس يبعدوه فيقول دعوا ابني هذا إن لابني هذا لشأنه. И люди пытались как-то убрать пророка алейхи саляту ва саллям с этого места, где сидел Абдул-Мутталиб. Он же говорил, нет, оставьте этого моего сына, потому что у него будет особое положение. Назвали его Мухаммадом, саллаллаху алейхи ва саллям. Для того, чтобы хвалили его и первые, и последние поколения. И поэтому его не касалась кула, которая приходила к нему со стороны мекканцев и подобных им неверных. После этого умерла его мать. Потом умер его дед. И он стал находиться под опекой его дяди Абу Талиба. И это мы знаем, что Аллах Субхану ва Тааля, إذا قدر على العبد أمورا هي في الظاهر أنها ابتلاء ومصائب لكن هذا الذي قدر الله لابد أن يكون كل الخير فيما قدر الله سبحانه وتعالى. И отсюда мы можем сделать вывод, что если Аллах и предопределяет человеку что-то тяжелое, какие-то беды, какие-то испытания, то в итоге все равно это обязательно должно быть будет для него благом. نشأ النبي صلى الله عليه وسلم نشأ صالحة. Пророк алейхи саляту ва саллям рос, будучи праведным. لم يعبد الأصنام ولا الأوثان. Он не поклонялся ни идолам, ни истуканам. لم يأتي المعاصي الأمور التي كان يصنعها كفار مكة. Не совершал грехи, злодеяния, которые совершали жители Мекки. عرف بأوصاف عليه الصلاة والسلام. Ему были присущи, он был известен определенными качествами. كان يقال عنه الصادق. Так говорили про него, что он صادق, то есть правдивый. الأمين عليه الصلاة والسلام. Амин, то есть надежный, честный. هذا كان قبل نبوة النبي صلى الله عليه وسلم. Вот это все было еще до начала его пророчества. نعم. حتى استدلوا أنهم قالوا كيف يدع الكذب على الناس ويكذب على الله لا يمكن. Так что даже это стало доводом для людей, как может он возводить ложь на Аллаха, если он не лгал людям. نعم. حدث أن بناء الكعبة أراد كفار مكة أن يجددوا البناء. Произошло однажды следующее. Неверующие Мекки, они захотели перестроить Каабу. فجمعوا الصحيح من أموالهم يعني الذي ليس فيه مالا حراما. И они стали собирать для строительства Каабы деньги, имущество, но это при условии ставили условие, чтобы это было имущество, которое не заработано запрещенными путями. واجتمعت القبائل على بناء الكعبة. И племена они собрались для того, чтобы построить Каабу. لكنهم اختلفوا. Но произошло разногласие между ними. في من يضع الحجر الأسود. А именно в том, кто установит на свое место черный камень. И из-за этого чуть не произошла между ними битва. Потом они договорились между собой, что сделают третейского судью. Этим третейским судьем должен стать тот, кто первым войдет в запретную мечеть. И первым пришел к ним пророк Мухаммад, саллаллаху алейхи ва саллям. Они сказали, да, мы довольны им, как третейским судьей. بسط النبي صلى الله عليه وسلم رداءه. Пророк алейхи саляту ва саллям взял свою накидку, расстелил ее. وأمر كل قبيلة بأن تأخذ من طرف. وضع الحجر. И приказал представителю каждого из племен взяться за один из углов вот этой вот накидки и положил черный камень на середину ее. حتى رفعوه إلى مكانه. Так чтобы они все вместе подняли
вот эту материю и с этим камнем и установили камень на его место. ثم وضع عليه الصلاة والسلام بيديه. И пророк алейхиссалату вассалям взял потом этот камень с этой накидки поднятой и положил камень на его место. Now.